Кроме жилья для работников судоремонтного завода, в планах также решить проблему очередей на квартиры для военных, служащих в гарнизоне Гаджиева. Сейчас там реализуется проект по возведению 8 многоквартирных домов, все на разных стадиях стройки. В один из них заселять военных будут уже в сентябре. Всего же, когда проект будет завершен полностью, военные получат 495 квартир разной планировки.